В эти дни глава региона Роман Копин и депутат Государственной Думы Елена Евтюхова побывали в главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко в Москве. Там они навестили бойцов, которые получили ранения в зоне проведения СВО, в том числе уроженцев Чукотки. Губернатор и парламентарий встретились с заведующим отделением, поблагодарили за качественное лечение, договорились о взаимодействии по обеспечению участников специальной военной операции средствами личной гигиены и расходными материалами. С бойцами также были обсуждены вопросы поддержки участников СВО и их семей.